Всем привет, ребятки! С вами снова Немезис. И добро пожаловать на долгожданную нарезку из стримов. Да, ребятки, наконец-таки Фора это сделал. Ребятки, давайте его поддержим. Он старался все-таки, даже там какой-то монтаж наложил. Представляете, сколько он работал над этим? Четыре стрима, четыре, которые там по часу и больше длились. Он выбрал самые интересные моменты. Вот, и сделал для вас нарезку, чтобы вы посмотрели. Поэтому давайте поддержим его. Ссылка на его канал будет в описании. Вот. Все-таки он старался, он молодец. Вот. И еще такой небольшой дисклеймер. Он, конечно, не супер про в монтаже и тому подобное, поэтому качество видоса будет не самое лучшее, потому что там оно искажалось, он там переснимал, доснимал. Короче, и в стриме у меня тоже там, сами знаете, качество падает иногда. Вот, потому что такое приложение, ничего с ним не сделаешь. Придется мне, наверное, менять его. Вот, поэтому, но все равно, я думаю, суть вы поймете. В принципе, более-менее там что-то видно. Поэтому всем приятного просмотра, ребятки. Не забываем про Фору. Он молодец. Подписываемся. Ссылки в описании. На меня подписываемся, кто не подписался. Лайки ставим на этот видос все-таки. Сервер в Дискорде в описании. И всем приятного просмотра, ребятки. Такс, подготовительные работы, как обычно, потому что... Ой-ой-ой-ой, как я ужасно себя громко слышу-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на четверочку звук поставлю, наверное, да? Ребятки, первый стрим в этом году, странном очень году, но он все-таки есть. 1 июня, первый день лета. Не, все-таки я себя... Слишком тихо теперь слышу, ё-моё, подождите. Так, всё, сейчас я тут настраиваю, у меня на компе тут включено. Ой, чатик побежал, капец. Ребятки, первый у нас сугар пришел, сахар, здоров. Чё, кто? Ах ты, собака у него присутствует. Блин, ну надо настроить тут все. Пойдемте на кладбище, что ли, и в храм заглянем, заодно помолимся, да? Так, ну ничего тут особенного нет, да? А, нет, не надо, не нужно мне. Че тут, ТСВ имба? Я знаю, что ТСВ имба. Ну-ка. Где все? Че, мы сейчас выиграем? Так, вижу. Господи, какой я неповоротливый. Ах ты собака, Ты совсем что ли? Взял и минами накидал в меня. Психопат какой-то. Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. Погоним. Что придумал? Вот предложение. Немезис, как ты придумал свой знак вопроса? И вообще, что это? Вот как я должен понять ваш смысл предложения? Ребят, пишите по-русски. Скин, вот так и надо было сразу написать. Как я придумал свой скин? Это долгая история. Это было еще в 2017 году. Я хотел сделать замороженного стрелка и просто сделал замороженный скин. Вот и получилось так. На синего Хаги-Ваги, а разве он похож? Он, по-моему, не похож. Ладно, давайте последний раз. Опять вот пошел со своими минами, а? Так, один упал. Давай, выносим поддержка. Да, мины бесит. Джаспаун снова, ребята, этот джаспаун тут. Тихо. У меня снайпы, блин, нету. Давайте отважного патриота возьмем. Я не знаю, зачем. О, снайпа. И нафиг. Есть! Я его убил, но упал. Нет.
Давайте, там за аирдропом прибежали. Там за аирдропом. Очень много челиков, очень много челиков. Ой-ой, нафиг, нафиг, нафиг. Там турель меня сейчас обстреляет, нафиг, и все. ХП ничего нету. Боже, что тут? Почему вас так много? Алло. Перезарядку. Я в КБ плохо играю. Я думаю, вы уже это заметили. Так. А кто? Господи, вот это я слепошара нафиг. Вот он стоит, а я это что-то... О, упал, нормально. Сейчас мы тебя добьем. Или его убили уже? Его убили, по-моему. Да, его уже... Он со спрессоской, нормально. Да не нужен мне этот... Вот. Без патрон. Ну, молодец, что, чувак, молодец. Сейчас я тут отхилюсь по-нормальному. Давай, хилимся, хилимся. Там, кстати, мифик пушка лежит, я вижу, да? Да. Господи, ну нафиг. А, ну мне не это. Ну ладно. Что это у него? У него устранитель. Боже, а что я такой слепой? Господи, стоит турель, а я вот впритык ее не вижу. Ну все, меня убили. Ой, Даркут меня сейчас вылечит. Привет, Алекс. Донаты? Прочитаю, прочитаю. Сейчас я доиграю и зайду, прочитаю. О, мы выиграли. Чё? О! А что это было? Почему у меня какие-то настройки странные? Господи, ребят, я забыл, как спамить. Я забыл, как спамить, и меня еще что-то тут это... Что с моими... Воу-воу-воу. Фрезы какие-то пошли. Так, подождите. Видели, у меня настройки типа слетели. Так. Да, я, ребят, забыл, как спамить. Сейчас. Я спамил последний раз месяца два назад, наверное, да? Уже забыл. Уже забыл. Вот так вот. Тем более вас очень много. О, попал, нормально. Сейчас, может, если я сейчас разыграюсь, я вспомню. Я вспомню, как... Что и с чем едят. О, с уничтожителя попал. Он не добавляет. Да, я в друзья не добавляю, потому что вас очень много, а я один. Пробиватель, нормально так. Что-то я не попадаю, по-моему, на клавиши. Вот это я кривой. Не, лучше спамите нормально, один на один. Это что-то как-то в командном бою, не знаю. За донат тебе? Да ничего, я бы отблагодарил бы, и все, что я должен тебе сделать. О, уже что-то пошло, уже что-то, а то я как какой-то нубяра просто, когда первый раз в ПГ играю. Да, бывает такое, бывает, ничего не могу сказать. Я еще и по клавишам не попадаю, вот в чем прикол. Жесткий спамер. Олег, да вообще, я спамер, это, топ-1 мира вообще, ты о чем, пацан? Ты о чем? Смотри, как я четко попал. Все, я про, я это. Меня никто не победит. Даже Вадим не победит. Ой, ладно. Зайти не могу. Потому что переполнено. Логично. Так, ТСВ меня убило. Ну, окей. Ой, вот такой вот я жесткий, ребята, спамер. Все. 10 убийств. Какой позор на самом деле. Ну, я потому что говорю еще, я не могу сосредоточиться. Меня скамить это. Ой-ой-ой. Секундочку. В смысле? Мне тут это...
Алло. А что там? Что там? Что там такое? Сейчас, секунду, мне тут это... Мне сказали перезапустить игру. Мне сказали перезапустить игру. Что-то стрим какой-то очень интересный. Ладно, сейчас я паузу сделаю и посмотрим, что там такое. Так, а где тут пауза? Так, ну чё, момент истины. Что-то какая-то интрига, ребятки. Приватку казуальную не дали создать. Не дали мне. Будет, ребята. Я знаю, что вы топили за приватку. Сейчас что-то... Мне тут это менеджер позвонил в Дискорд. Сейчас, подождите, очень. Стрим превращается во что-то очень интересное. Ordinary Man, да вообще, зачем ПГ? Я не знаю. Я не знаю. А реально 300? А реально... А в смысле? А за что? А зачем мне? Зачем мне 3? За что мне 300 гемов-то? А что я такого сделал? Так. Так, ребятки. Комната нищица, потому что не дали создать, поэтому нищица. Реально, вы меня не соскали. Чекни клан. Чекни клан? Чекну. Ну, тут я вижу, у меня много всего. Так. Ой. Ой-ой-ой, подарки. Спасибо. А что, ПГ, не принимай ислам? Окей. Окей. Количество использований? За что? За что? За что? Я не демон! Я не демон! Я не демон! Глеб, за что мне такое? О, боже мой! Да. Промокод, говорят, вбить. Сейчас вобьем. Сейчас. О, я не забрал ежедневку. Да что опять? Да что за ерунда? Опять загрузка. Вот это стрим, ребята. Это что-то. Глеб! Азино три топора! О, боже ты мой! Блин, ну что это за... Боже мой, ребята, это что-то, это я не знаю. Надеюсь, сумрак, а если нет, то Божественный дивизион... Придется ждать через 15 лет. Я советовал в ролике разработчику сделать масштабное обновление ориентировочно на кланы. Вот. Надеюсь, что они прислушаются, потому что вот чисто обнову, вот чисто кланами заняться, да? Я думаю, это топово, и многие, я думаю, со мной согласятся, что это было бы классно. Вот выпустить уже все дивизионы, и я еще одну проблему в том ролике говорил, когда дивизионы, вот у тебя император, да, и что-то продолжить, там какие-нибудь типа сундука ветерана, допустим. Тоже можно что-нибудь сделать, там валюта, я не знаю. Но это чисто совет такой. Разработчикам виднее. Мне кажется, они уже планы там на будущее сделали, что снимать. Фу, снимать, господи. Снимать, говорю. Выпускать, да. Тем более там еще... Ну, это ладно. Я думаю, не стоит это говорить. О, задержка 2 секунды стала. Нифига себе. Это видно, этот стрим переключился. Слушай, идея хорошая, но явно не в приоритете.
Это по поводу обновы на чисто ориентировочные кланы. Да, блин, не могу запрыгнуть. Да что такое? Двойной прыжок. Ну, окей, ладно. Что? Ну, было бы классно такое, на самом деле, сделать. Есть. Блин, не мне дали, а пню. Килл пню дали, вы чё? Ой-ой-ой. Да, я понял. Я не знаю, почему так. Все, открываем, ребятки. Ой, только вот Ислам пригласил вас в клановый отряд. Давайте я сейчас уберу, а то мешает вот это вот отклонить. Все, погнали. Пень теперь пригласил. Ну, конечно, ребят, приглашайте меня, пожалуйста. Давайте. Погнали. 100, 100. А что-то много сотки выпало. О, что-то не особо повезло мне. И сколько? 150. Ну, хоть не 700 монет. А то мне монеты уже точно не нужны. Не, Даркут, ты чё, не надо мне монеты. Так. Ну и последние три сундука. 200, а там 100 и 100. Ну, нафармили гемов. Нафармили... На что, правда, не знаю. Наверное, буду собирать этот, как его. Вот этот набор мне надо будет собирать все-таки, поэтому я на них и потрачу. Ассасин, это ты о чем? Что это за квадри на 65-й? Ой, это мне, пожалуйста. Эти мины, это жесткая вещь. Ой, я фору убил. Сорян. Я не знал, что это ты. Да. Так. Опа! 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 Молотов! Нет, меня сейчас... Нет! 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 Вечерняя ряженка! Вот это у вас ники, боже мой! А я самоуничтожился, прикиньте! Я только сейчас понял! РПГ! РПГ. Так, вот это все наши, да? Это все наши. Что-то вот как вот различать? Это вообще жесть. Твоя фанатка. Давай летом почаще. Я постараюсь, я не гарантирую, насколько часто они будут. Молуяко. Даркут. Ну. Там турель. Артурий, отойди, там турель. Там турель, там турель. Так. Вот это кто? Вот это наш? Это наш. Боже, тут все наши, что ли? И это наш. И это наш. Офигеть, ребятки, у вас тут это жесть. Гоу 3 раза в неделю. Не, это вряд ли так будет часто. 3 раза в неделю, это не, это мне видосы еще надо снимать, вы не забывайте. Кстати, наверное, зарядку сядет, так что, может, и не будет видоса. Сейчас мало останется. На стримы много заряда уходит, это да. И что, мы будем так тут стоять? Давайте хоть О, Игнайт, здорово. Игнайт пришел. Гоу каждый день. Не, ты что, издеваешься, Гейм Ройл? Это очень жестко. Почему я не могу писать? Напиши, ну ко мне. Чего? Почему я не могу писать? Ну пиши, но не приходить. Вот что, я ничего не понял. Я ничего не понял из твоего сообщения. Так. За экраном оценит, наверное. Чего? Там вот челик, там челик, ребятки. Там вон челик. Кого? О, вы задушили. Задушили кого-то. Это наш был.
Это тоже наш? Да что тут все наши, блин, ну вы серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут одни наши ребята просто. Сборище подписчиков сумасшедшее. Так. Фан, я не знаю, тебя убили, потому что не признали. Вот это тоже наш, да что тут? Это тоже наш. Офигеть, это же... Вас тут просто... Вас просто тут дофигища. Не знаю, убили, наверное. Не надо. Ну, что будем делать? Сколько у вас тут? По-моему, тут одни подписчики остались. Тут, по-моему, одни подписчики остались. Ну, все, ребятки. Мы тебя... Ну, я вас тоже люблю, ребят. Спасибо, что это смотрите меня. Тут... Что тут такое? А, импостер! Импостер! Понятно все с тобой. Пень! Ну ты пень! Так. Опа! Во-во-во! Арбалет-то убираем. Вы что, ребятки? Ну, азотом я точно тут ничего не сделаю, потому что тут урон. Кстати, кто не видел видос про распылитель азота, обязательно посмотрите. Потому что, я думаю, вы не ожидаете, что эта пушка вообще сделала. Фора, ты бессмертный! Я сколько раз тебе с прототипа-то стреляю. Опа! Зато гранаты убил, самоуничтожился. Как там терминатор? Палец вверх такой показал. Четырнадцать ноль восемь. Опять приваски 20 рублей. Вижу, да, Глеб задонатил 50 рублей. Стрим по пиксельгану поддерживаю рублем. Спасибо тебе. Вижу донат. Все, красавчик. Приварский задонатил 10 рублей. Сумрак 25 рублей задонатил. Здравствуйте, Немезис. Желаю вам удачного стрима. Надеюсь, достигнете 100 тысяч подписчиков и больше. Будете получать миллиарды долларов. Спасибо тебе огромное. Орео, 55 секунд назад, выйди за меня. 50 рублей. Ой, спасибо тебе. Ну, как я за тебя пойду? 13.53. Фикус Фикуси 5 рублей задонатил. Привет. Провектор! Ребятки, здорово, Провектор! 100 лет, 100 зим не виделись. Офигеть, привет! Как жизнь вообще? Что у тебя там происходит? А как там вообще я... Вот это, я все ожидал от сегодняшнего стрима, но чтобы пришел Шеги, накинул мне 777, накинул мне тут еще гемов, потом еще дал промокод, потом зашел еще Резу, да, потом еще Провектор зашел, потом мне еще подарки тут в клане накидали, я думаю, просто начну стрим такой, на расслабоне, создаю приватки. Да все идеально. Увидел и залетел. Ну, классно, что зашел. Привет. Ждем. Спасибо, блин. Ну, я стараюсь. Вот. Все, ребята, это можно говорить вечно. Это можно говорить вечно, но мне надо есть, ребят. Я просто... Вот. Так что, ребята, всем спасибо, кто пришел. Всем спасибо, кто донатил. Всем спасибо, кто со мной играл. Всем спасибо, кто лайки мне поставил. Просто 194. 200, надеюсь, добьем уже. Вот. Так, все, ребятки.
Стрим останется на канале, он сейчас обработается, и вы можете его пересмотреть. Чатик тоже останется, можете почитать вот тут, который стримерский. Глеб, да не за что, такое будет еще летнее. Просто у меня в учебный период особо времени нет, сейчас у меня немножко это, немножко полегче стало, и у меня есть время. Поэтому я, собственно, и сделал. Все, всем удачи, ребятки, ждите видос про шедевральный мушкет сегодня, вряд ли, завтра, наверное. Всем удачи и всем пока-пока. Вон крестик нажимаю. Завершить трансляцию. Вот, в прицеле, все. И опять, походу, погалагать начал. Я не хочу опять переустанавливать. Да какого фига, блин? Ну, это что-то с ПГ. Разработчики, исправьте это. Такого не должно. Это жесть какая-то. Я не знаю, так невозможно играть. Короче, будем чат читать. Целый час будем отвечать на ваши комментарии. Не, ну вы видите, это чисто... Это нет, у меня все работает. У меня вот планшет не лагает. У меня бы кнопка на месте стояла. Это я не знаю. Почему. Короче, играйте, я буду... Я не могу в таком состоянии играть вообще никак. Ну вон, он опять вот все зависло. Вот, а я вращаю, все работает, планшет работает. Вон, отвожу экран, работает. Все работает, какого хрена? Я сдох. Слышали звук? Возьми защитник закона. О, ПГ работает, знаете, 0,001 FPS сейчас. Но у меня бы и стрим бы вылетел, если бы планшет лагал. Логично, правильно? А у меня все работает. Конечный, слышите? Слышите? Как будто сейчас это, что-то случится. А, все, счета нету. Вот, я звук меняю спокойно, планшет не лагает. А, у меня уже новая катка началась, и ПГ такой типа... А чё? Отчёт до взрыва? Нет, не смешно на самом деле. Вообще, я хотел опрос сделать. Давайте, ладно, что ж... Давайте я опрос сейчас проведу. Тут как-то можно опросы добавлять. Такого раньше не было. Сейчас я хочу для вас один вопросик спросить. Так, что снимаем... Что мне снимать на следующий видос? Давайте. Что мне снимать... Снимать на следующий ролик. И сейчас я вам некоторые идеи напишу. А, вот, вы можете сразу написать, что. Вот, я бы... О! Тут это что-то... Уже экран сменился, смотрите. Экран сменился. Так. Очень интересные стримы, я не спорю. Так, давайте, я хотел вам-то сейчас вопрос добавить. Да, блин, сейчас настрою. Все, настроил. Так, короче. Так. У меня есть некоторые идеи сейчас. Первое, вот есть одна идея, это то, что я буду играть спамом и оценивать удобство свое для пушек. Вот сейчас и напишу. Игра спамом. Оценивание удобства. Так, и еще одна идея есть интересная. Лучшие пушки на низких уровнях. О! И можно, наверное, третий еще вариантик есть. История канала. Что бы вы из этого хотели? Вот такой вот вопросик. Это в ближайшие дни будет. Это не зависит от обзоров. Я начинаю опрос. Начинаю. Вот. Сейчас он должен у вас высветиться. Вон он высветился. Голосуйте. Я не знаю, я, наверное, на весь стрим это оставлю. Вы пока можете голосовать, что вам больше из этого понравится.
Парарарам. Парарарам. Блин, музыка топовая. Парарарам. Блин, это вообще кайф. Разработчики, надеюсь, вы не уберете никогда эту музыку. Ах, не дали дослушать. Опа, ноточи убили. Хорошо. Казначей лучше. Нет, чего? Казначей выжигателя лучше? А, я не знаю. Это, кстати, интересно. Что лучше, казначей или выжигатель? Мне кажется, выжигателем больно. Казначей скорее с пульсатором посоревнуется. Хотя пульсатор лучше казначей. Так что, значит, пульсатор хуже этого выжигателя. Значит, выжигатель лучше, чем казначей. Логично. Так что, так вот, да. После нерфов. Все равно накипал. Все равно нагибал. Я не знаю, погнали в особняк, наверное. ФП Эсина. Да, вот сейчас вроде нормально пока, что работает. Мой ник, моя им трэш. Сейчас стрим. Сейчас идет стрим. Но он будет еще идти минут... Сколько? Минут 20, наверное, еще будет. Да, сегодня недолго будет, к сожалению. Мне нужно будет уехать. Да, так что вот так. О, ТСВ, нормально. Так, что у нас тут? Блин, сейчас опять начинается эта орда, я буду ориентироваться, да? Кто есть кто? Ну, в этом не очень хорошо в королевскую. Один будет убивать, другой будет с нами ходить. И сиди и думай, кто делает что. Что вы делаете, я не пойму, По-моему, он не хотел нас убивать. По-моему, он не хотел нас убивать. Кого вы там убили? Господи, боже мой, что вы тут делаете? Так, лечимся. А меня чуть не убили, а я такой сижу, думаю, какого? А я такой сижу, еще болтаю, что-то говорю. А я чуть не сдох. Нормально. Так. Тут все равно вот челики бегают. Мне это вот на нервы раздражает, блин. Я не пойму. Вот он хочет убить? Стоп. Я выключил. Я выключил автонаводку и автострельбу. Оно само... А теперь не стреляет? Чего? А что это сейчас было? Так, подождите. А, ну конечно! Тут тоже надо было убрать это. Понятно. Что за... Кто-то там с окна, по-моему, стреляет, не? Так, ладно. Ой, так, комментарии не могу читать. Не могу пока читать. Че, ладно, идем, у нас тут зона. О, мне автомат подкинули. Спасибо. Автомат мне, кстати, нужен был бы. Так. Миша? А Миша... О, он, наверное, сейчас меня будет пытаться убить. И у него, скорее всего, это получится, потому что я на стриме расслабо не играю. Так, турель. Турель. Ой, блин, надо будет поменять. Так, зомби. Зомби мой. Зои, зомби мой. Так, вот это уберите. А какого она как дробовик стреляет? А почему турель стреляет как дробовик? Видели? Это что это было такое? Нормально. Турель-дробовик, это что-то новенькое в стране. Так, есть. Попал. Лови фраг-гранату. Не поймал. Лови еще. Сейчас мы тебя закидаем. Во. А сейчас у меня минами закидает. Ладно. Что-то у него броня была. У него броня была. Я его не убил. Ладно. Не надо было не идти, наверное. Так, сейчас пока читаем. Как пицца? Я пиццу не ел. Какая? Их бывает много.
Пицца моя любимая, моя любимая пицца, наверное, 4 сыра, скорее всего. Наверное. Ну, не знаю, я... Чё, да боже ты мой, фу ты мой, фора, не надо, не надо. Я только зашел, боже, что тут такое, да боже, я больше не хочу играть в королевскую битву. Это ужас какой-то, я ничего не понимаю. Кто меня валит, кто-то меня не валит, что мне, вот что, вот как мне в этом ориентироваться? Что тут такое? Вот это точно не наш, вот этого валите. Но я сейчас своим гранатометом всех расфигачу. Вот это точно был не наш, так, Молотов. Но мой любимый мультик, ребятки, это смешарики. Чекай донаты еще. О, спасибо, ребятки. Это прикольно. Это прикольно. Что там такое? А, понятно. Так, донаты сейчас проверим. Орео, 100 рублей. Опа, спасибо тебе. Да, нечего сказать. Просто так, спасибо, конечно. Не, это прикольно, спасибо тебе. Спасибо, прикольно, приятно. Песенки. Мишки, мими, мишки. Короче, ладно, будем заканчивать. Что у нас тут по опросу? По опросу я завершаю. 40% за лучшие пушки на низких уровнях, 35% за игру с спамом и 25% за историю канала. Все. Фиксируем. Сейчас скриншот делаю. И завершаем опросик. Все, ребятки. Тогда я вас понял, я вас принял. Вот. Так что будем делать. Будем делать про лучшие пушки на низких. Мне только нужно будет изучить, что там сейчас у новичков вообще творится. Ага. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребятки. И всем пока-пока. Спасибо, кто пришел. Спасибо, кто донатил. Всем успехов. Вот сделаем вот так вот. Все. Завершить. Завершить трансляцию, ребятки. Завершить трансляцию. Завершить. Завершить, завершить, завершить. Или не завершить. Завершить или не завершить. Завершить или не завершить? Не завершить? Нет, 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 нет. Ну, надо, 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 надо. Все. Всем пока. Вы самые лучшие у меня, ребятки. Чат просто взлетел под конец. Все. Блин, я хотел взять очищающий дробовик. И что? Я его взял? Да и ни хрена я его не взял. Так, где он у меня вообще? Да его еще фиг на... Вот он куда пропал. Давайте, вот это, я думаю, будет лучше. Вообще, снимите броню, ребят, если вы меня слышите, чтобы я вас убивал быстрее. Во, смотрите, вот так должно быть лучше. О. Просто в рандомный матч заходите, и мы фармим очки. Блин, он за... Так. О! Все, меня услышал Андроид, молодец. Снизь, чтобы, да, было проще, я вас убивал. Краймини, ты тоже можешь снять. О, сразу пошли очки-то. О, все, нормально. Ну, давай, да, можно, но без вот этого вот. Это все-таки не тема Ютуба. В Дискорде окей, да? Но не тут, хорошо? Так, и то в чате. Не в основном чате, да. Такие пишем. Нет, я не то хотел сказать. Это я просто немножко заговорился. Ну что, пора делать обзор на пропуск. А мне эти дурацкие очки не нафармлены, понимаете? Все выполнено, очки не выполнены. Да, и конечно, мне повезло, у меня не боты, а игроки, еще и спамеры. Вообще замечательно. Ладно, может быть, сейчас они ливнут. Ну просто я время теряю, блин. Снимите броню, пожалуйста. Снимите, снимите, снимите броню.
охренительный фарм очков. Я просто в шоке, блин. Вот это параша, извините меня за выражение, блин, мешается. Не дают фармить. Какая поддержка? Я его убил, мне опять поддержки дают. Я просто в шоке. Во, заходит. Надеюсь, эти рандомы уйдут. Будет вообще замечательно. Все на Северный полюс, ребят, заходим. Да не мешайся ты. Пожалуйста, снимите броню. Пожалуйста, я вас прошу. Снимите броню. Все, может, они не видят, я не знаю. Сними броню, пожалуйста, Краймини, блин. Потому что ты же теряешь время. Я должен у тебя 2 или 3 выстрела сделать вместо одного. Это же время теряется. Жесть. Все заходим сюда, чтобы это мистер Дак должен выйти. Он на вас и нафармил очки. Но он ни хрена не выйдет. Он будет мешаться, этот полупокер недоделанный. Вон он ходит. Фур, очок, блин, с дизлайком летает и с ультиматумом. Вот это игроки у нас, ребят. Просто, я в шоке. Комьюнити Билайк называется просто. Ходит ваншотит со своим дизлайком, ваншотит с ультиматумом. Опять меня кто-то убивает. Я не понимаю, кто... Господи ты, боже мой, все, надо побыстрее эту заканчивать. Сколько этих... Да ладно, господи, все, поедите нахер, пожалуйста. Все, меня достали уже, просто достали эти дураки, слава богу. Все, спасибо, кто помог, а вот тех... Слава богу, блин. Пошел в задницу, чел под ником YouTube. Ты идиот, извини за выражение. Не понимаешь, тебе сколько тебя нужно ремнем лупить, что ли, по заднице? Я не понимаю, господи. Не, все, ладно. Слава богу, обзор можно будет делать. Но таких я, ребят, не одобряю, кто так делает. Это я не знаю. Это... Чел вырос просто в пустыне какой-то, мне кажется. Он не понимает русский язык. Вот как это можно объяснить. Так, а я пока проверю ваши донаты. Так, господи, а что тут с интерфейс изменился? Да было же одинаковое, что стало с интерфейсом? А, во, все, нашел, что тут делать. Сейчас проверим. Донат не решает. Так. Сумрак, я так и знал, что вы так и нравитесь. Блин, я так максимально думал. Может, надеюсь, никто об этом не напишет. Все-таки написали, собаки, а? Все-таки написали, догадались, а? Я специально еще написал... Чувак под именем YouTube. Специально. Не просто YouTube, а именно чувак под ником YouTube. Все равно догадались. А то я буду... И всем привет, ребятки. С вами снова Немезис. И сегодня будем смотреть на мой арсенал. Ну что, заходим. Ой, я его забыл поменять. А, сейчас я поменяю, ребятки. Мы продолжим. Вот так я буду делать. Нет, я, наверное, не сегодня тогда уже. В другой раз. Завтра, может быть. Или, ну что же, давайте я прям при вас сейчас сменю арсенал. Вот что у меня там вроде стояло. У меня там вроде боевая винтовочка там.
Здесь у меня, по-моему, мультизадачники были. Здесь все правильно. Тут, не, ребят, на это будет обзор, скоро посмотрим. Вот, а тут у меня что было? Тут у меня был распылитель азота. Да, распылитель азота. Здесь у меня опять мой любимый прототип. Да, ребятки, и тут у меня... Биг Бадди, конечно же, куда же без Биг Бадди и по гаджетам. Ой, я еще и гаджеты забыл. Ребят, извиняюсь, что мы так это... такой ролик очень чудной получается. Тут, короче, у меня... А вот это, по-моему, да, вроде это. И тут все верно. Да. А, нет, здесь у меня турелька теперь, ребят. Я грибу изменил, ничего страшного. Как бы. Вот, все, арсенальчик готов. Ну, в общем, вот боевая винтовочка. Для чего она мне нужна? Я даже не знаю, если честно. Ну, а так добивать чисто. Она очень мощная, поэтому... мультизадачники замедляют на мифике. Офигенная штучка. Сейчас посмотрим туда. Ой, ребят, я извиняюсь, я спать хочу. Вот двойной кэшбэк. Чтобы кэшбэк вернулся, да, бабки. Вот. Тут распылитель азота, чтобы замедлить пацанов, да, как из Терминатора, чтобы они расплавились потом, вообще раскисли. Тут у нас прототип, мой любимый прототип на мифике. Он ваншотит в голову, иногда в тело. Сейчас, к сожалению, с новой брони мало ваншотит, но чисто основная пушка, да, вот. Большой братан, да, большой братан, он мой братан, и все, мы с ним играем навсегда и просто на всю жизнь. Вот, все, let's go тестить. Лопату на мифик. Показываю, как ее можно качнуть. Где кнопка прокачки на мифик? Вот кто найдет кнопку прокачки на мифик, тому бесплатная мода. Ищите, у вас минута есть ровно найти кнопку прокачки на мифик. Вот просто я тому модерку дам. Прочитай, если ты топ-игрок. Лутшагдц... Руатов Прива. Прочитал. Прочитал, все, я тупо игрок. Про задонатил 50 рублей. Привет, сори, что не пришел на стрим вовремя. Спасибо. На поход в ресторан за водичкой? За водичкой, да, схожу. Это есть что звать за водичкой, я сам придумал. А что мы не играем-то? Что вы на меня смотрите? Мы играем как бы. Донаты проверить? Сейчас посмотрю. Че, еще задонатили? Еще задонатили. Нормально. Спасибо. Не, действительно, спасибо, блин. Приятненько, что вы. Да, Приварский снова задонатил. 20 рублей. Что будешь на мифик качать? Хочу лунные клинки качнуть. Думал насчет хромаки и этого. Я там после последнего ролика составил, что мне качнуть. Больше за лунные клинки были. Ну, там и за то, и за другой не очень многие написали. Может, просто не все увидели, что я об этом говорил. В другой раз. Завтра, может быть. Да, вижу, Орео задонатил 50 рублей. Теперь хватит на десерт. На десерт? А что за десерт ты мне за 50 рублей предлагаешь? А такое есть? Мороженое только из лавки какой-нибудь купить. Заканчиваем стрим. Такой был очень странный, но какой был, такой был. Все. Я засыпаю, не могу. Все. Завершить трансляцию, ребят. Сейчас завершим. Удачи пока. Удачи, удачи. Все выбил пушки, все выбил пушки. Все. А, да. Да-да-да. Всем привет, ребятки. Наконец-то. Все уже настроено было заранее. Это был квас, если что. Вот. Так вот. Первый у нас пришел сверчок. Здорово. А ты, я так понимаю, не играешь на той мирной карте, там, где предназначен метатель шариков. Нет, я там не играю. Я вообще забыл, что такое существует, прикинь. Я реально забыл, что существует вообще режим песочницы. А где он, кстати, в каком разделе-то? Как его найти?
Прикиньте, я забыл, что есть такой режим. Я там играл, наверное, последний раз на стриме одного челика. Вот и все. Больше я тут не заходил. Это было больше года назад. Да. Это что? А как? А почему он в воздухе висит? Что за фигня? Ребят, турель в воздухе висит. Это что это такое? Нифига она там, эта дальность у нее хорошая, да? Охренеть, 6 пчел! Вы что, ребят, вы офигели? 6 пчел на меня пустили! Вы что, ребят, вы это, полегче, пожалуйста. Это что за фигня-то была? Видели? Просто 6 пчел на меня летело. Жесть какая-то, блин, ну нафиг, мне страшно. Как в это играть, ребят? Может, вы подскажете? Ну хорошо, захватили, что дальше-то? Точку ДС готовую. Типа надо... смотрите, то есть... Так, что-то я... Карта какая-то огромная, я не совсем понимаю, что тут делать нужно. То есть мы захватили, ну хорошо, 40-40, и что? 60-40. Теперь надо перезахват другие... И до 100% что ли делать? Я не особо понимаю. До 100% доводить или что? Что тут хотят-то? Вы хотя бы это, перезахватывайте другие точки, наверное. Я думаю, надо перезахватывать... Ну вот я пришел. Такими темпами я, знаете, сколько буду перезахватывать? Офигеть, дабл хил просто. Битом. Я говорю, бит имба. Да ё-моё, они тут спавнятся. Ребят, надо точки перезахватывать. Чё мы это? 60-40. Я карту еще не знаю, да? Но я так надо на какую-то точку, которую особо не видно. Ну, Б, она вон, она прям на залпе стоит. А вот как я тут буду? Не, вы что, издеваетесь? Еще и две турели поставили. Так, отсюда не выйти, да? Я ничего не понимаю. Тут замок какой-то был. А как в это играть? Тут тоже замок. А почему тут замок-то? А, появилась. Я ничего не понимаю. Только что тут была точка. Точки уже нет. Я... Это как понимать? Точка Е. Она наша. Точка Б не наша. Ну а где точка Б? Как тут карту-то можно посмотреть-то? Так, а где... Ребят, я ничего... Как тут играть в это? А вон точка Б где? Все, я ее нашел наконец-то. Ребят, давайте на точку Б. Все, погнали. Но они ее не отдадут. И точку А они не отдадут, они там спавнятся. Я не знаю, как ее забирать. Ну, конечно, они тут турель ставили. Как тут ее забрать-то? Ее никак не забрать. Только если залпом налететь, как-то отнимать и не давать им выйти. Так, что? Я опять ее потерял. Блин, да почему я в другую сторону лечу? Я в другую сторону лечу. О, да боже мой, есть, робота порвали. Минус 2, просто битом. Атакуйте. Легко сказано, атакуйте. Тут ее не атакуешь, блин, нифига. Ее не отдают. Короче, очень интересно. Ой, на точку Б пошли. О, точку Б отнимают, точку Б отнимают. Так, надо помочь. Иди нафиг. Иди нафиг, мне надо на точку Б, ее отнимают.
Есть кто такой красава? Кто-то, ой, молодцы, ребят, наконец-то вы точку Б отжали. Ой, молодцы. На точку А теперь погнали, да. На точку А погнали, погнали на точку. Точку Б отнимают. Да я мою дизлайк. Так, короче, у меня же есть гарпун. Что-то я это туплю. Мы сейчас с гарпуном будем туда летать. Сейчас ее отожмут нафиг. А кто меня убивает-то? Оп, хорошо. Тоже турель ставим. Да ё-моё, арбалет Афродиты. Блин. Точку Б отжимают собаки. Не, да что такое-то опять? Да блин. Опять ее отжали нафиг. Господи, самоубийство. Не, прикольный режим, но не ос... ну какой-то он это типичный, просто 60-20, 60-20. Ну еще сколько мне на 60-20-то смотреть? То есть просто надо держать, пока другие точки ваши не отжали. Давайте на точку Б летим, на точку Б летим, да. Я хочу на точку Б. Ставим турель, защищаем. Не даем им отжать со своими собакошипами. Никакими шипами. Так. Точку А давайте, ребят. Не, мы, конечно, точку А не захватим, скорее всего, потому что... Потому что они прям там спавнятся. Прям вот берут и спавнятся. Но 80-0. Офигеть, мы их там это порвали просто. Просто порвали нафиг. Так, а тут что у нас? Еще сундук. Так, кто-то уже упал. Блин, да? А кто? В смысле? Это кто сделал? Не понял. Он что, не наш? А ну, совсем офигел. Не, ну так надо мной издеваться не нужно. Это что это такое? Будем его. Ну-ка. Нормально я его. Я офигеть его, как красиво мины сейчас это подорвал. Видали? Вот это просто красота была. Сам же еще и сдох нафиг. Ребят, там челик, там челик, там челик. А, наш? А вот это ни хрена не наш. А вот этот, которого мы гасили, который горел нафиг, он выжил, оказывается. Он, оказывается... Ребят, убейте нафиг его. Да какого, что он такой бессмертный, а? Вот сволочь, я тебя сейчас захреначу. Живучий паразит. Как вот живучий паразит, его валили, а он не умирает. Бессмертный какой-то, просто всю нахрен броню снес. Всю жизнь он живой, еще два раза попадает, он не умирает. Что за несинхроны начинаются? Откуда вы, блин, такие живучие? Я думал, он уже сдох нафиг. Какой-то рандом бессмертный просто. Убиваешь. А он, оказывается, это что было такое? Я думал, он умер нафиг. Сергей 19 часов назад 100 рублей отправил, прикиньте, вне стрима. Нормально. Ты здесь, спасибо тебе. Прикольно. И Приварский снова задонатил 50. Как думаешь, покупать тяжик из торговца? Тяжик из торговца? Да, он имба, он ваншотит. Можешь купить. О, да, вижу. Громобо, 10 рублей. Спасибо. Спасибо. Сейчас, что-то как-то не особо понимаю. А, вижу. О, да, вижу.
Маэстро, 300 аж отправил, офигеть. Спасибо. Привет, передай моей банде. ПЖ, и мне. А, привет тебе, мастер, и твоей банде. А что за банда-то, я не особо понимаю. Все. Всем спасибо, кто был. Всем удачи, ребятки. И всем пока-пока. Следующий стрим, не знаю, на следующей неделе. Логично. Все. Пока-пока.